Не, по нему не надо разворачиваться. Нет, он не будет отходить. Зачем ему отходить? Не надо быть. Ну, а ему надо, чтобы сейчас сухо было. То есть так смотрит человек. Я самый обычный пешеход. Вы самый обычный пешеход. Да. Пешеходы у нас теперь падают под колеса, да? Ну, когда скользко, иногда, да, падают. Никто же не исключал погодные условия. Чего еще раз? Сейчас надо разворачиваться, типа. Ну, а кто вам мешает, скажите? Я конкретно. А чем я мешаю? Ну, а мы отходить должны как-то или предоставлять преимущество водителю? Да, а вот перед машиной не стоят. А скажите, а где это написано в правилах дорожного движения? А вот молодой человек, зачем стоит перед машиной? Ну, он хочет стоять перед машиной. Кто ему запрещает? А как машина будет разворачиваться? А я не знаю, это уже ваши проблемы. Видите? Так это я сделал. Я на тротуаре стою. Как я могу кому-то проблемы создавать? Какой это адрес? Не знаю, может быть, Коломяжский 20. Я развернусь! Я развернусь! А он стоит. Нормально с головой? Нормально все. Нормально. Смотрите, сколько у вас полно сзади места. Вы сейчас уедете, и все водители выйдут. Я сейчас вас снимаю. Да, это понятно. Да, целиком полностью ваше гражданское право. Ну, вы просто машинку с тротуара хотя бы уберите. Пока не позвонили. Так а сколько вы вызывать-то будете? Вы как будто специально тихо говорите. Филипп, наклей, пожалуйста, наклейку. А вот это порча имущества. Вы собираете, пожалуйста, выехать, а вы что? Женщина, это не мы собираем. Вот женщина не хочет уезжать. Вас слушаем. Мне нужно срочно, я что? Мы девушкой говорим. Уезжайте. Слушаем. Активисты вы сраные. Нет, не сраные. Сраные. Не сраные. Смотри, даже женщина уже стоит, ругается на вас. Говорит, пробку создаете здесь. Молодец, еще клейте, я вас сейчас порчу имущество привлеку. Здравствуйте, вот на Коломяжском проспекте 20 группа молодых людей лица с фотоаппаратами, с наклейками, порчу имущество, пытаются выезжать машинам, выезжать с микрофонами. Прошу вас, ну вот они напали на мою машину, клеят наклейки. Ну вот пытаемся вразумить водителя. Они, Это наклейка не отдирает. Вот этот молодой человек мне испортил имущество. Предъявите свои удостоверения личности. А вы кто? А вы кто? Я пешеход, а обычный мой... гражданин. Нет, вы сейчас на мое имущество напали. Понимаете, напал. Его испортили, да. Интересно. Испортили. Это что такое? Пошел я и вынул. Вам отдирать не буду. Вы какое ты имел право? Какое ты имел право тогда портить мою машину? Какое вы право имели заезжать какого на тротуар? Какое ты имеешь право? Это твой тротуар? Ну, естественно, я же ты как что? Пешеход. Ты это кто? Мой тот, ты полицейский? В том числе. А я вам штраф, что ли, выписываю? Ты полицейский? А я вам штраф выписываю. Я бью кнопку. Блин, не надо. Наверное, девушек нет, секса нет, работы нет. Несчастный? Несчастный? Да. Ну, чем еще заниматься? Ну, да. Ну, конечно. Слушай, мы сексом занимались, работали, учили. Типа, бери бумажку. Вот на дороге валяются. Ну, где они валяются? Давай, давай. Блин, зачем вы так мусорите-то, а? Конечно, подбери. Ну, нехорошо, на самом-то деле. Их еще, если бы вы не скомкали, их бы еще раз можно было наклеить. На самом деле. Нехорошо, в мою машину. Нехорошо изначально наплевательски относиться к людям. Вот это действительно нехорошо. А ты на кого как-то относишься? А ты не наплевательски относишься? Я не наплевательски отношусь. Я изначально подошел, попросил убрать автомобиль с тротуара. А вы начали сразу там, дебил, не дебил. Я не сладкий, я горький. Отдельный батальон патрульно-постовой службы, старший от полиции Костин. Что у вас здесь происходит? Вкратце, в двух словах, да. Вкратце, стоим на тротуаре. Машины, я так понимаю, не пускаете, да, сюда парковаться? Да, воспрепятствуем административному правонарушению. Ясненько. Ну что, я сейчас доложу дежурную часть РУВД. Это тротуар, дозаезда нет.
сигналить не надо. Здравствуйте. Что вас привело на тротуар? Скажите, вот пожалуйста. Всех, вот всех людей то же самое произошло. Я не знаю, не видел этих людей, я спрашиваю вас. Скажите, пожалуйста, зачем вы нарушаете правила дорожного движения и заезжаете на тротуар? Ну ладно, постоим, подождем. Так мы тоже не торопимся, от вас, в принципе, ничего не хотели. Просто хотим понять, что движет людьми, заезжающими на тротуар. Ну, ладно. Я не понимаю этого человека. Открыл окошко, закрыл окошко. Прекрасно. Уйдите, пожалуйста, отсюда. Снимите, пожалуйста, молодой человек. Вот почему вы на те машины не клеите наклейки? Объясните мне, пожалуйста. Что еще вам объяснить? Вы же объясняете все. Сейчас вторая наклейка будет. У вас сейчас будет еще один стикер на лобовом стекле, если вы будете так себя вести. Не надо. Что, все обалдело, что ли? Наклейте еще одну, да. Нет. Такие маневры на. Отсюда, урод! Вы зачем людям сигналите? Свинское поведение, настолько скотское отношение к другим. Я нашел, на работу. Добрый вечер. Молодой человек. Здравствуйте. Я с вами поговорить, но зачем вы давите? У вас просто опрос водителей происходит. Узнать у вас информацию. А как стоянка может быть через тротуар? Как она... Как может быть заезд через тротуар? Клей. Здравствуйте, а не вы владельцы данного автомобиля? Да, я вызвала полицию уже. А не могли бы машинку убрать, пожалуйста, с тротуара? Очень вас попрошу. Полиция приедет, я выберу. Для чего полиция? Как вам полиция поможет? Я не давала согласия на съемку. Не, но есть, не волнуйтесь. Я не давала согласия. Вот, ну, я ждаю. Я не давала. Я позвонила в полицию. Как вас зовут? Да. Да, вот вам мужчина уже отвечает. У нас у владелец автомобиля есть ребенок. Вот там есть наклейка. В машине есть ребенок. Вы понимаете, что с детьми может все что угодно случиться? А вдруг мы в больницу спешим к ребенку? А вы по правилам дорожного движения тут клеите хуйню свою. Кто вам, блядь, платит за это? А как ребенок соотносится к правонарушению? А если он в больнице? Это как ребенок соотносится к правонарушению? Ей нужно срочно поехать туда. А вы устраиваете из этого, блядь, фарс. Вот, блядь, снимай, сука. Можете убрать, пожалуйста, автомобиль? Давайте все-таки без ссоры это сделаем. Я полицию вызвала, я просто хочу понять, насколько вы правомерно вот это вот проводите. Группа людей. Группа людей останавливает машины. С какой целью? То есть я также могу вызвать полицию, сказать, что какая-то неадекватная девушка орет матом, на меня кричит. Пожалуйста. Да, вызывай. Можно пока наклеечку тогда наклеим вам на лобовое стекло? Да пошел ты нахуй, не наклеишь ты ничего, понял? Не будете убирать автомобиль? Все-таки хотелось мы без наклейки это сделать. Полицию. Ну а кто мешает это сделать, там, стоять по правилам, к примеру? Я же не запрещаю вам ждать полицию. А вы не понимаете, что бывают ситуации жизненные, разные? Да, вы мне говорите тут про ребенка, только я не понимаю, как ребенок, наличие ребенка в семье позволяет вам ездить по тротуару. Есть какое-то определение у нас в правилах? Даже сотрудник ДПС как бы сказал, если ребенок, пожалуйста, оставляйте здесь. Нарушаете машину на тротуаре, сбиваете людей, грабьте банки. Ну, у вас же ребенок, мы все прекрасно понимаем. Так это получается было. А кто вам платит за это? Вы много зарабатываете? В чем здесь, какая разница? Какая разница, сколько большая, я зарабатываю? Насколько вы зарабатываете? Я зарабатываю честно. А вы много зарабатываете за счет того, что вы тут хуйню, блядь, снимаете? И людям нервы треплете. Как-то поадекватнее можно все-таки разговаривать? Нет, не можно. Не убирайте толпа автомобиль. Толпа мужиков стоит и что-то хочет. Не убирайте автомобиль. Я жду полицию. На каком основании вы вообще снимаете? Ну, кто? На самом обыкновенном, на законном, разумеется. Нет, вы вообще кто? Я гражданин об этой страны. И что? Мы знаем свои законы. И что теперь?
Ну вот в том-то и дело, то, что вы знаете свои законы. Последний раз спрашиваю, не хотелось бы реально. А вы кто такой, чтобы нас последний раз спрашивать? Гражданин Российской Федерации, кажется, я ясно ответил. Мы вас просим вас отсюда. Клей на клейку. Ко мне подходить не надо? Надо. Будьте так вот любезны, что? Давайте дождемся правоохранительного. Концу мира! Успокоил! Успокоился, сказал! Толпой! Ну да! А бить из-под тишка это не толпой, да? Из-под тишка? Он пьяный, что ли? Ну, неадекватно. Вызывайте полицию. Видите, он замахивается, вот он его бьет. А? А, здесь нападение случилось. Нападение на гражданина случилось. Ну это если вот так спрашиваете, что случилось? В смысле избили? Не знаю. Он... Вот один из них, который сбил. Он избил? Он избил? Да, на него справа, напали. Так они четвером напали на одного. В смысле? На него напали, его начали защищать. Да, видео есть. Вот свидетель говорит, что вы четверо. Хорошо, свидетель. А есть видео, как нападал человек, который... Хотите видео посмотреть? Четверых на вас? Нет, он напал на одного. Нет, на одного человека напал. Он его стал оттаскивать, а он начал в ответ и остальных бить. Так, а зачем вы тут вообще находитесь? Нет, посмотрите видео. Вы просто провокаторы. Нет, в чем провокация? В чем мы провокаторы? Ну вот люди сейчас, он же не на машине даже был. И что? Что, вам помешал тоже? Нет, ну, мы знаете, вообще, мы вообще так с ним не общались. Вы провокаторы, вы выходите, вот просто провоцируете людей. То есть вы считаете, что нормально стоят, вы нарушают плохо, машину на тротуаре, вы людей, детей давят? Провокаторы, вот плохо заканчиваются. Представьте, вот пожалуйста. Сейчас, вот сейчас из-за вас опять драку получили. Представьте, пожалуйста. Из-за нас? То есть, конечно. Сотрудник полиции. Ничего не собираюсь вам представлять. То есть из-за неадекватного поведения? Я вас не задерживаю, ничего. Зачем я вам представляю? Потому что вы, получается, сейчас нас обвиняете в чем-то? Хотя бы сотрудник полиции. Вы обвиняете человека в том, что он напал. Провокатор, чисто провокатор. А что для вас провокация, расскажите. То есть на человека напали, его защищали, и вы говорите, он напал. Вот свидетель. Так, вот у нас 1000 свидетелей, у если это решает. У нас есть видео, как он напал. Нашего товарища задерживают, получается? Нет. А то, о чем вот говорит этот сотрудник полиции? Можно узнать, кто он вообще? Сотрудник вот полиции, вот все. Он не представляется, он сотрудник какой-то формы полиции. Полицию, да. И он говорит, что вы провокатор. Да, что вы в правде не представляете? Я с провокатором не разговариваю. А чего вы так передо мной ходите? Хочу, хожусь. А чего вы так разговариваете? А? Пристаньте ко мне еще. Я к вам не пристаю, зачем вы мне нужны? Я провокатор сейчас? Конечно, ты серьезно? Конечно. Нет, ну ответьте мне на вопрос, что такое провокация. Ничего я вам не должен. Вы должны представить, вы сотрудник правоохранительных органов. Ничего я вам не должен. Видеозапись-то была. А, вот, у него видеозапись. Покажи еще раз видеозапись. Вот, смотрите, вот он. И вот он сейчас замахивается и бьет вот этого, вот как раз того, кто в машине сидит. А дальше его начинают оттаскивать от него. А где этот обдолбыш? Все это отмечают, что он это... У него прям по глазам это было видно, он неадекватный был. Машина стоит по тротуаре. Так. Они сначала начали нецензурно выражаться в адрес тех, кто им сделал замечание. Потом сказали, что они ничего никому не должны. Что кто мы такие, чтобы делать им замечание. Что вообще мы... А, слушайте, это была угроза моей жизни, на самом деле, потому что я как видела, что они останавливали другие машины, не давали проехать. Я кормящая мать, я, ну вот, как бы, ну, они но не должны снимать, камеру, да, как человек, не должны снимать, они не спросили моего разрешения на съемку. Они останавливали другие машины. Можете, пожалуйста, прекратить съемку? Я понял, съемку? Вы говорите, угроза жизни. Да, они вставали, ехала машина, которая действительно по тротуару ехала. Ну, вы как видите, здесь есть парковка, здесь все паркуются. Они стояли там и задали машину, вопрос. Да. Это ваша машина? Да. А в чем дело, вот. В чем вопрос? Я испугалась просто нет, за мужчину. Нет, мы просто рады, что потому вы что подошли. Они вставали прямо к номерному знаку, мужчина трогался, водитель. А, и, ну, зачем так делать? Ну, наклеили вы эту наклейку. Мне сказали, что это моя ли эта машина, я говорю, да, я сейчас ее уберу. Меня начали снимать, на каком основании меня снимают. Я очень сильно испугалась, потому что мужчины окружили мою машину. Вы двигались по тротуару? Я не двигалась по тротуару. Я наблюдала за этой картиной, потому что они не представились. Может быть, это мошенники, сейчас очень много развода.
И так как они, да, может быть, это какие-то угонщики, и они мужчине перегородили, он, ну, ему пришлось сдавать назад. Мужчина не мог наклеили выехать, две женщины, да, это угроза. Перегородили путь, я не давали очень ему испугалась. Проехать. Так, ну я понимаю, что на данный момент мужчина двигается по тротуару. А я не двигалась по тротуару. Стоит на тротуаре, что я сейчас вижу, правильно? Хорошо, но мы не двигались по тротуару. Вы да. Нет, а мы я вообще не... никак. Вот, это и мой автомобиль. Да, это... мы просто подошли к машине, да. Чтобы развернуться. Ну, толпа мужиков, толпа да, мужчин, которые перегрожают. Они просто снимали на нет, смотрите, и... нет, они, нет. Слава богу, там мужчины нервы были, видимо, крепкие. Да. Что мы наклеим говорили? Наклейку. Они наклеили вам наклейку на машину? Да. Ну, наклеили, пусть оттирают тогда ее. На каком основании? Я испугалась. Я говорю, я кормящая мать. Ребенок у меня сейчас. Наклейка, да, есть. Ребенок у меня маленький груд. Да, это моя машина. На каком основании вы ко мне подходите и меня снимаете? Вот с микрофоном. У вас что, разрешение? Я что, да, звезда или что? Они стояли около моего недвижимого имущества. Движимого, точнее. С камерами. Давайте разбираться тогда. Извините, пожалуйста, ничего против не имею вашей съемки любительской. Вот почему он меня снимает? Я не готов. Вот зачем? Он решает мои права. Это статья Конституции, 151 статья Гражданского кодекса, части 1 и 2. Она пишет заявление на изъятие видеосъемки. Да. Не имеет права. Почему я должна была прятаться на холоде, бояться подойти к своей машине? Потому что, чтобы вдруг они меня избили бы. Вы посмотрите на них. Люди, которые к девчонке подходят. Вот так вот вдруг так я... можно про все что угодно сказать. Мужчина очень перенервничал за «Шевроле». Потому что они прямо впритык стояли ногами к его номерному знаку. Но вы себя напоставьте на человека, который за рулем. Я нервничаю, а если у меня молоко пропадет? Вот сейчас они, вот понимаете... Ну а как вы нервничаете из-за того, что я подхожу? То есть, слушайте, получается... я очень... я это так не оставлю. Вы даже не представились. Кто вы такой? Ну, меня Михаил зовут. Ваш автомобиль повредили как? Наклейкой. Я не знаю. Наклейкой, да. А как я ее отдирать буду? Давайте отдирать ее тогда. Ну это самая обыкновенная бумага, там ничего сложного. Ну отдерите, я видела, как у вас девушка отдирала. Она стояла 20 минут. Я же пока ходила в банкомат, я вышла, я все это наблюдала. Бедная девчонка. Бедный ребенок, которого она чуть не сбила. Заявление будете писать? Я не знаю. Да. Ну да, ну это нужно ехать или что? Да поехали. Это ехать уже? Не обязательно. А когда? Когда нужно писать? Вот патрульный автомобиль, там если есть бумаги, ручка. Ну все, пойдем напишем. Ну, пойдемте писать. Конечно, туда. А что? А что с наклейками делать? Я не хочу ее отдирать. Отдирайте, кто мы наклеит. Мы отдерем сами, еще стекло поцарапаю. Сотрудник ДПС. По Приморскому району города Санкт-Петербурга находится на службе, а не на работе. За что ему огромное спасибо.